Всем привет! Сегодня у меня для вас видео с моими покупочками Wildberries. Целый огромный пакет я забрала на днях и даже не стала доставать все это. Просто поставила на стол и решила сразу показать вам, что же ко мне приехало. Перед тем, как приступить, сразу хочется отметить, что ссылочки на все свои товары я оставлю в описании под видео. Поэтому, если что-то понравится, то проходите, смотрите более подробно. Также в этом видео будет не только распаковка. Я протестирую данные товары и расскажу свое мнение после использования. Ну и давайте приступим. Не забудьте поставить лайк, если вам понравится мое видео, и подписаться на мой канал. Первое, что у меня находилось в моем пакете, это крем для рук с органовым маслом Bread in Viole. В этот раз у меня вся косметика, которую я вам сегодня покажу, она у меня идет бренд in Viole. И я также не буду сортировать по типу, просто буду доставать все, как это лежит, и показывать, как ко мне это приехало. Вот такой вот крем для рук с органовым маслом, объемчиком 75 мл. Также я вижу, здесь есть премиум органовое масло. Видимо, это пробничек в подарок, не совсем помню, как все это было, и давайте посмотрим, как это внутри. Так, вот таким образом запакован кремик, и вот такое вот маслице находилось рядышком. Открою масло для начала. Вообще обожаю органовое масло и все продукты с органовым маслом, потому что, как правило, они очень классные, отлично питают, увлажняют и приводят в порядок тот участок кожи или волос, на который вы используете подобное масло. Обожаю органовое масло за то, что у него просто замечательный аромат. Интересно даже, как будет в этот раз. Вот такое вот маслице с пипеточкой, объемчиком 5 мл. Ну, как бы масло и масло по аромату мне очень нравится. Приятно пахнет, на самом деле клево. Давайте также посмотрим кремик. Объемчик 75 мл. И вообще, люблю кремики для рук. У меня в последнее время они стали заканчиваться, и поэтому я стала покупать что-то новенькое. Для того, чтобы пополнить свою коллекцию, люблю, когда много разных продуктов, и есть из чего бы выбрать. В данном случае крем для рук с органовым маслом. Смягчает, восстанавливает, защищает кожу от сухости и обезвоживания. Комплекс масел органа, ши и миндаля предотвращает шелушение, стянутость, делает кожу эластичной, мягкой, натуральный состав. Вот такой вот состав здесь. Если вам интересно, можете поставить на паузу и ознакомиться более подробно. Также написано, что они тестируют на животных. После вскрытия нужно использовать в течение 6 месяцев. Ну, в принципе, они у меня успевают потратиться. Питает и восстанавливает. Объемчик 75 мл. Как сказала, сначала открутим. Как я и предполагала, здесь есть защита. Защитная фольга. Вот так вот все это было закрыто. И сам кремик у нас вот такой вот белый. Обладает неприятнейшим ароматом. Он такой плотный на первый взгляд. Не жидкий, но хорошо распределяется. И также сейчас я его распределю. Дам ему впитаться и почувствую сразу первое впечатление, то, какая кожа стала после использования. Очень классный аромат, на самом деле суперский. И мне даже он нравится больше, чем само масло. Хотя масло обладает тоже замечательным ароматом. Вообще обожаю продукты. Довольно-таки ярко выражены отдушкой. Здесь отдушка не ярко выраженная, но она очень приятная, очень вкусная. И вот кремик у меня уже впитался буквально пару секунд. Кожа прям мягкая, напитанная. Нет никакой липкости, никакого блеска. И кожа стала очень мягкая, приятная, быстро. Буду тоже дальше смотреть, тестировать, проверять. Если на момент монтажа на какой-либо продукт у меня возник аллергическая реакция или какой-то негативный опыт, то я обязательно вам об этом расскажу. Но если вы ничего не увидите, то значит и рассказывать было нечего. Как бы все понравилось, все хорошо, и добавлять тоже будет нечего. Далее, следующее, что у меня здесь находится, это скрабик. Сахарный скраб для тела, антицеллюлитный с маслом органы, тоже объемчик 250 мл. Все это запаковано было вот в таком пакете. Специально ничего не доставал, не распаковывал без вас, чтобы вы посмотрели, в каком состоянии все это пришло, как пришло, доехало, не доехало. И даже если что-то протекло или поломалось, то тоже вы это увидите первые вместе со мной. Никаких, как говорится, прикрас, все как есть. И на самом деле очень хорошо запаковано, мне пока все нравится. Я вот смотрю свой пакет, даже когда забирала, в принципе, посмотрела, что вроде все целое. Вот такой вот состав у данного продукта. Как мы видим, здесь есть масла, довольно-таки большое количество масел, сахар, кокосовое масло, глицерин. Если интересно, можете также поставить на паузу и ознакомиться более подробно. Дата изготовления июль 22 года. И вот так вот выглядит баночка. Объемчик 300 грамм, 98 натуральная косметика. Натуральный скраб для тела с тростниковым сахаром и органовым маслом. Антицеллюлитный. Он предназначен для создания гладкой, мягкой, сияющей кожи. Деликатно отслушивает и удаляет ороговевшие клетки кожи.
обогащен витамином Е, жирными аминокислотами, омега-6-9 увлажняет, питает кожу, защищая от преждевременного старения. Ну, посмотрим, посмотрим. Данная косметика российского производства, и я вот заметила, очень много косметики именно российского производства тестирую, проверяю. И она, как правило, намного лучше, чем какая-либо другая, особенно та, которая не раскручена, которую особо никто не знает. Она лучше всего работает и сделана лучше всего. И, как правило, у такой косметики даже цена на порядок ниже. Данная косметика тоже бюджетного сегмента. Цена у нее ниже, чем многие косметические продукты. Если окажется качество супер, то это очень хорошая такая находка. Посмотрите, внутри вот такой вот скрабик. Ой, у него просто замечательнейший аромат. Мне хочется взять ложечку и просто все это съесть. Посмотрите, какой скраб. Да. Он прям такой вот взбитый, что ли. Вот. Прям очень приятный. Много скрабирующих частиц, как бы сахар и сахар. Аромат замечательнейший. Вообще никакой химии не пахнет. Очень быстро тает все это на руках. Буквально пару секунд. И сахар начинает таять и действовать скрабирующий на кожу. Давайте нанесу куда-нибудь на руку. Покажу вам, как все это выглядит. Очень приятно. Мне очень нравится. Вообще люблю скрабики сахарные больше, чем солевые. Знаете почему? Потому что я, как правило, когда иду в душ или в баню, всегда беру с собой бритву. Какой-либо участок кожи все равно оно бреется. И если на тот участок кожи нанести после скраб, то это прям какие-то адские муки. Все это щипит, жжет, неприятно. А вот сахарные скрабики в данном случае это как спасение. Когда их наносишь, они не щиплют, не жгут, не вызывают раздражения. Также идеально подходят для чувствительной кожи, потому что солевые скрабы все-таки нужно использовать с осторожностью. Они могут вызвать раздражение, если кожа суперчувствительная. А вот сахарные скрабики редко у кого вызывают аллергическую реакцию или какое-либо раздражение. В данном случае, если я вижу сахарные скрабики, то им я отдаю предпочтение. Ну, конечно, солевые я тоже люблю, так как они имеют немножко другое свойство. Я вообще люблю скрабики, обожаю очищать кожу, скрабировать, муссы, пенки, всякое такое. Сахарные у меня все-таки в приоритете, в отличие от солевых. Вот, распределила, и вот, как мне кажется, я еще даже не смыла, но чувствую, что здесь большое количество масел, и, скорее всего, кожа, после того, как я все это смою, будет очень увлажненная, напитанная. Сейчас я пойду помою руку свою под краном, и мы посмотрим, как кожа будет выглядеть после, останется ли аромат на коже и будет ли чувствоваться какое-либо увлажнение. Все, помыла руку, и на самом деле прям кожа очень классная, мягкая, чувствуется увлажнение. Она не жирная, но и не сухая. Очень приятная кожа стала после использования. И я, конечно же, еще также протестирую и попользуюсь ею обязательно, когда пойду мыться в душ или в баньку. Но на первый взгляд ощущение после использования очень нравится. Также чувствую, аромат на коже остался и очень вкусно пахнет чем-то таким сладеньким. Чувствуются нотки кокоса, органы и очень приятные отдушки. На самом деле клевый скраб, на первый взгляд я от него в восторге. Попользовалась я данным скрабиком, взяла его с собой в баньку, и ощущение после использования просто замечательно. Я осталась от него в восторге. На самом деле, когда я его показывала при съемке видео, не совсем он до конца раскрылся. Все-таки лучше наносить на очищенную кожу, предварительно увлажненную, не на сухую, как я это делала в первый раз. И эффект тогда намного лучше. Кожа после использования гладкая, мягкая, приятная. Данный скраб отлично отшелушивает, замечательно увлажняет. Так как я его взяла с собой в баньку, то масла, которые входят в состав данного скраба, разогрелись и впитались еще лучше. Плюс кожа была распаренная. И вообще скрабы, которые имеют в своем составе масла, я люблю использовать именно в бане, потому что когда эти масла разогреваются, они лучше раскрываются, лучше впитываются. И мне кажется, более эффективно увлажняют и питают кожу. В общем и целом, от этого скраба я осталась в восторге. Буду брать еще. Очень понравилось мне как действие, состав, так и аромат данного продукта. Так, давайте перейдем дальше. Следующий продукт у меня вот такой вот. Давайте его тоже откроем. Должно быть несколько скрабиков. В этой упаковке у меня находился гаммаж для тела с органовым маслом. Натуральный нежно-кремовый гаммаж для тела с органовым маслом и абрикосовым косточки. Деликатно очищает, при этом глубоко увлажняет и питает кожу. Органовое масло и масло ши улучшают внешний вид проблемной кожи, разглаживают ее поверхность, защищают кожу незаменимыми жирными аминокислотами, придают
передовая матовость. Объемчик баночки 250 мл. Здесь у нас объемчик был 300 грамм. Хотя баночки по внешнему виду одинаковые, но по весу чувствуется, что они немножко разные. Вот так вот все это выглядит. Состав: вода, косточка абрикоса, глицерил, эмульгатор, стабилизатор, глицерин. И дальше у нас идут масло органа, масло олива, пантенол, масло миндаля. Очень хорошее количество масел. Также масло ши, касторовое масло. Пока состав мне очень нравится. Ничего такого плохого я здесь не вижу. И давайте откроем. Ой, а тут у нас еще было запечатано, оказывается, вот такой вот этикеточкой, которую я выдрала с корнем. Трудом открыла, но выдрала. Вот так вот это выглядит внутри. Здесь тоже у нас есть какая-то пленочка, которая способствует более плотному закрытию. И так. Все, открыла я данный скрабик. Вот так он выглядит внутри. Вернее, даже не скраб, а гамаш для тела. И, как я думаю, у него будет более кремовая консистенция, такими скрабирующими частичками. Очень мне интересно. Да, больше похоже на кремик. Прям мягкий, податливый продукт. Давайте нанесу на ту же руку. Огромное количество скрабирующих частичек. Прям их очень-очень много. Я вот не знаю, как вам показать. Надеюсь, камера передаст, но их очень много. Каждый миллиметр, где я вожу пальчиком, чувствуется, что там что-то есть. И вот у данного продукта аромат уже отличается от другого. Он такой сладковато-кисловатый. Если этот был как карамелька, хотелось взять ложечку и съесть, то тут уже чувствуется, что это косметический продукт. Съесть его точно не хочется, но очень вкусный аромат, очень приятный, все равно вызывает чувство аппетита. Нравится мне, как пахнет все это. Распределила. Дальше я тоже пойду сейчас опять все это смою, и мы посмотрим, какая кожа станет после этого. В данном случае, конечно, немножко неправильно наносить один и тот же продукт на тот же участок кожи, но я думаю, все равно будет понятно, что, как, зачем, почему. Смыла данный продукт. И он, конечно же, по аромату перебил предыдущий продукт. Немножко чувствуется кислинка на руке, но кожа также мягкая, приятная. И мне пока нравится, тоже буду дополнительно тестировать. Попользовалась я данным продуктом, протестировала его, и он отличается от скрабика, который я вам показывала немножечко ранее. Данный гамаш скрабирует кожу более деликатно, делает это более нежно. Мне кажется, он идеально подойдет для нежной, чувствительной кожи, особенно на те участки, где кожа более мягкая и повышена к раздражениям. Я данный гамаш использовала не только для тела, также воспользовалась им в качестве скрабика для лица. И мне кажется, в таком варианте он тоже отлично подойдет, потому что гамаш очень мягкий, очень деликатный. Несмотря на то, что он такой мягкий, это не ухудшает его свойства. Он также отлично очищает кожу, имеет в своем составе огромное количество скрабиков, скрабирующих частичек, но просто это делать более бережно и нежно. В целом, в общем, продукт мне понравился. После использования моя кожа стала более очищенная и увлажненная. Давайте перейдем к следующему продукту. Тоже у меня здесь вот в такой отдельной коробке. Тоник для лица с органовым маслом и гидролатом дамасских роз. Объемчик 180 мл. Тот же самый бренд, и уже здесь запаковано все это в коробку. Вот таким образом выглядит. Давайте тоже откроем, посмотрим. Ага. Все-таки надо было открывать там сверху. Я здесь вижу, также идет в подарок маслица органовая, то, которое мы смотрели немножко ранее. В данном случае я его открывать не буду. Как бы мы уже его посмотрели, поэтому не будем повторяться. Сразу перейдем к тонику для лица. Такой вот тоник с гиалуроновой кислотой. Объемчик 180 мл. Что тут пишет? Увлажняющий беспотовой тоник для нормальной и склонной к сухости кожи. Для лица удаляет остатки очищающего средства. Интенсивно увлажняет и балансирует жирность кожи. Гиалуроновая кислота сохраняет влагозащитный барьер. Формула масел органа, хлопка, персика и гидролата лепестков роз способствует синтезу коллагена, повышает эластичную упругость кожи. Натуральный состав, не содержит сульфатов, парабенов. Нанести тоник на ватный диск, протереть лицо. Вообще люблю наносить тоники не ватным диском, а непосредственно руками. Я обычно наливаю на ладошку и уже руками распределяю все это по лицу. Для чего нужны тоники? Они, как правило, подготавливают кожу для нанесения каких-либо последующих косметических продуктов. Также способствуют лучшему очищению, если использовать ватным диском. И тем самым, чем лучше кожа очищена, тем меньше каких-либо высыпаний или раздражения появляется на коже. Поэтому я тониками пользуюсь регулярно. Они мне очень нравятся. В этот раз я решила вот такой вот тоже попробовать посмотреть. Я обычно вот так вот
наношу на ладошку, ну, большее количество распределяю по рукам и уже непосредственно наношу на лицо. В данном случае тоник обладает неприятнейшим ароматом, он такой сладенький, вкусный, не чувствую никакой химии, очень приятный. Вот, можете посмотреть, какой состав. Тоже буду проверять, смотреть. По консистенции тоник, он как обычная водичка, но все равно обладает какими-либо свойствами. Мне он очень нравится. Мне нравятся тоники в том плане, что когда моя кожа супер сухая, особенно после умывания, это чувствуется иногда. Бывает такое, что я дохожу до своей комнаты, где у меня стоит косметика, а кожа уже пересохла и нуждается в очень сильном увлажнении. Как бы нужна водичка для того, чтобы впитались сыворотки или кремы. Вот в данном случае тоники спасают. Я их наношу на лицо большим количеством, так сказать. Кожа становится мокрая, влажной. И уже на влажную кожу я наношу сыворотки, кремики, и они тогда впитываются намного лучше. Буду тоже смотреть, тестировать, проверять. Если возникнут какие-либо негативные моменты, то обязательно вам об этом расскажу. Следующее, что у меня находится в моем пакете, это масочки. Тоже, я вижу, здесь в подарок положили органовое маслице такое. В данном случае у нас набор из двух масок для лица с зеленой и красной глиной, гасул и маслом органы. Объемчик 75 мл каждая. Также давайте посмотрим. Точно такое же маслице. Мы его не открываем, как я сказала. И вот такие вот масочки. Маска для лица с красной глиной гасул с гранатами. Органовое масло роза и экстракт граната. Увлажняет, очищает, питает. Объемчик 75 мл. Что должна делать эта маска? Так, комплекс красной марокканской глины гасул органового масла деликатно отшелушивает ороговевшие чешуйки верхнего слоя эпидермиса, выводит токсины, стимулирует регенерацию кожного покрова. При этом интенсивно увлажняет кожу, помогает снять воспаление, покраснение и избавиться от акне. Надеюсь, это так на самом деле, потому что иногда бывают высыпания и нужно сос-средство, которое поможет привести кожу в порядок. Масочка выглядит вот таким образом. Это не маска-пленка, это обычно маска вот такая вот, как бы глиняная и очень приятная, мягкая. Мне нравится, как она выглядит. Бывают такие масочки, прям комочками вылетают. Их наносить очень сложно, а вот в данном случае она такая кремовая, мягонькая, хорошо распределяется. Обладает наиприятнейшим вкусным ароматом. Очень вкусный, сладенький. Вообще никакой химии не пахнет. Сколько вот косметики я сегодня открыла, не чувствую аромата какой-либо химии. Отдушка замечательная. Очень вкусненькая. Я говорю, больше половины этих продуктов, которые я сегодня открыла, хочется просто скушать. Вот так вот выглядит масочка. Обязательно ее протестирую, проверю и покажу, как она выглядит в деле на лице и то, как выглядит кожа после использования. Протестировала я данную масочку. Очень мне понравилась она в использовании. Кожа становится более приятной, очищенной. Тем самым, после того, как смываешь эту маску, кожа не становится пересушенная, какая-то раздраженная. Нет желания быстренько пойти намочить лицо или нанести какой-либо крем. Кожа очень мягкая, гладкая, приятная. Я наносила данную маску на очищенную кожу лица, распределяла ее ровным слоем. Спустя 2-3 минуты, не дожидаясь высыхания, я эту масочку смывала с лица. Очень мне понравилась кожа после использования. Аллергии, раздражения данная маска у меня не вызвала. Следующий продукт тоже масочка для лица с зеленой глиной гасул. Тоже увлажняет, питает, очищает. Тут у нас уже органовое масло и масло авокадо в составе. Объемчик также 75 мл. И в данном случае масочка выводит токсины, стимулирует регенерацию кожного покрова. При этом интенсивно увлажняет кожу, помогает снять воспаление, покраснение, избавиться от акне. Масло авокадо восстанавливает барьерные функции эпидермиса. Деликатно отшелушивает ороговевшие чешуйки верхнего слоя эпидермиса. Так, вот такой вот состав. Тоже можете посмотреть, поставить на паузу. Давайте посмотрим, как это выглядит внутри. Я предыдущую маску еще не смыла с руки. Она уже немножечко другого цвета. Более светлый, если это красноватым оттенком, то это больше зеленоватым. Как бы упаковка сама говорит за себя. Что-то такое белое с зеленоватым оливковым подтоном. Тоже масочка похожа по своей консистенции на предыдущую. Также отлично распределяется, хорошо наносится. Такая кремовая. Обладает приятным ароматом, но данный аромат отличается от предыдущего. Он такой больше кисловато-свежий.
но очень вкусный. Данная маска мне очень понравилась, она замечательно очищает кожу, также хорошо ее увлажняет. После применения на коже остается приятный аромат, при этом маска не вызывает какой-либо аллергической реакции или раздражения, и так же, как и предыдущая маска, не пересушивает кожу, оставляет ее мягкой, гладкой, напитанной. Очень понравилась мне данная маска. Пока ничего плохого я не заметила. Так, и давайте, наверное, перейдем дальше. Посмотрим, что у меня здесь. Осталось у меня не так много. Всего лишь 3 косметических продукта. 2 из которых вот так вот приехали. И один вот такой вот. Здесь у меня кокосовый скраб для тела с гималайской солью и маслами. Вот в данном случае уже идет солевой скраб для тела. И его я буду использовать в те моменты, когда я не буду брать бритву с собой, когда я моюсь. Объемчик 300 грамм должен быть. Давайте тоже это вскроем, посмотрим. Внутри я вижу, также лежит подарочек с аргановым маслом. У меня уже получилось здесь 4 баночки. Интересно, будет ли в последних коробочках маслице подобное. И вот такой вот скрабик у меня здесь внутри. Все запаковано отлично в пупырку. Как вы видите, ничего не пострадало. Хотя Wildberries частенько косметику довозит то в сломанном состоянии, то в разорванном, то еще в каком-либо. Вот в данном случае все отлично. Вот такой вот состав. Можете посмотреть. Кокосовый соляной скраб. Натуральный деликатно отшелушивающий скраб способствует обновлению кожи, придавая ей гладкость, мягкость и упругость. Гималайская соль создает минеральный буфер, который способствует удалению омертвевших клеток кожи, обогащенный маслами, органы, кокоса, ши, миндаля и витамином Е. Скраб увлажняет, питает кожу, защищая от преждевременного старения. Тоже 98% натуральная косметика. Не тестируется на животных. И внутри все это выглядит вот таким образом. Интересно, один из этих продуктов, гамаш, пришел вот с такой этикеточкой, а скрабики без этикетки. Странное оформление. Правило у многих продуктов повторяется, тут немножко по-другому. И вот так вот все это выглядит внутри. Как мы видим, уже структура скраба другая. И, как мне кажется, частички крупнее. Ой, обалденный аромат кокоса. Прям, ой, хочется скушать. Так сладенько, так вкусненько. Не чувствуется никакой соли. Кажется, как будто просто открыла упаковку с кокосом. И можно кушать все это с удовольствием. Вот такая вот структура у данного скрабика. Он очень рассыпчатый. И нет, как я думала, здесь крупные частички. Я бы не сказала, что они прям крупные. По плотности они точно такие же, как вот этот скраб. Не такие огромные, но их здесь очень много. И вот так вот все это выглядит. Замечательно вкусно, просто пахнет кокосом. Я не знаю, я, наверное, сейчас возьму ложку и все это съем. Очень сладенький, приятный аромат. Вот так вот все это смотрится в нанесенном состоянии. На первый взгляд отлично скрабирует, прям очень мне нравится, как отшелушивает, как работает данный продукт. Тоже сейчас все это пойду смою с руки, приберу здесь и вернусь к вам. Смыла я данный скрабик с руки, и кожа такая мягкая, такая гладкая. Да, конечно, я уже сюда не первый продукт сегодня наношу, но кожа очень приятная. И данный скрабик очень замечательно пахнет, и этот аромат остается на коже. Очень-очень вкусненький. Кожа супер увлажненная. Я даже, наверное, думаю, видный такой небольшой блеск. Но это не жирная кожа. Она прям просто мягко напитана. Если сравнивать с моей другой рукой, то, наверное, будет видно, что вот это вот более такая лоснящаяся и блестящая. Это следствие масел, следствие увлажнения, эффекта данных продуктов. Мне очень пока все нравится. Тоже буду проверять, тестировать, смотреть. Попользовалась я данным скрабиком. Он мне очень понравился. И на самом деле он мне понравился больше всех остальных скрабов, потому что он лучше всего увлажняет кожу, несмотря на то, что я сказала ранее про солевые скрабы. Видимо, иногда я тоже ошибаюсь и могу думать неправильно, потому что в данном случае солевой скраб мне понравился больше, чем все остальные. У него самый вкусный аромат всех скрабов, которые я сегодня вам показала. Также он больше всех увлажняет кожу, как мне кажется. Также отлично скрабирует, отлично очищает. Не вызвал у меня аллергии, раздражения, а оставил только положительные эмоции. Понравился больше всех скрабиков, которые я вам показала в данном видео. Ну и давайте, наверное, перейдем к последней посылочке. Так, закроем скрабик, уберем его.
пусть не выветривается. Очень вкусный аромат. На самом деле, прям вся комната заполнилась данным ароматом. И это очень здорово. Вообще не хочется закрывать данную баночку. Хочется все это оставить вот в таком виде. И вот два продукта последних. Здесь у меня восстанавливающий шампунь с органовым маслом и увлажняющий кондиционер для волос. Каждый продукт объемом 500 мл. Также давайте все это откроем. Давайте посмотрим, как это приехало. Меня, конечно, подкупила в данном случае цена и большой объем продуктов. И вот опять открыла я снизу. Немножечко перепутала. В первой коробке я вижу, у меня здесь находился кондиционер. Уплотнительная пупырка, чтобы все это доехало. Также вижу маслица органовая. И пока у меня все не убежало, достану шампунь. Опять в второй коробке тоже была пупырка. Все, больше здесь ничего нет. Так, давайте все это поставим как-то вот так, чтобы не уезжало. Но в то же время вам было видно. И тут у меня шампунь и кондиционер. Маслица мы вытащим, но смотреть не будем. Мы его уже сегодня видели неоднократно. Так, и давайте, наверное, начнем с шампуня. Посмотрим, какой он. Устанавливаю шампунь с органовым маслом. Не содержит сульфатов и парабенов. Люблю шампуни без сульфатов и парабенов. Как правило, они отмывают волосы до скрипа. Лучше это делать, но при этом не пересушивают и не утяжеляют. Поэтому, когда вижу что-то подобное, то, конечно же, заказываю. Вот такой вот состав у данного шампунчика. То тут обещают. Натуральный шампунь для волос с органовым маслом восстанавливает и поддерживает стойкость цвета после окрашивания. Входящий состав масла органа, хлопка, персика нормализует гидробаланс, структуру волос и кожи головы, возвращая сухим и ломким волосам силу, гибкость и блеск. Мне, конечно, не нужно поддерживать стойкость волос, но мне нужно улучшить волосы, так как они у меня стали более длинными, но также они у меня стали более сухими на кончиках, и мне нужно что-то такое, что приведет их в порядок в короткий срок. Поэтому увидела шампунь у бренда Inviolia и решила заказать. Также не тестируется на животных натуральная косметика. Данный шампунь, плюс его, это то, что он содержит дозатор. Также огромный объем, которого хватит на продолжительное время. Давайте посмотрим, как все это выглядит внутри. Шампунчик полупрозрачный, с небольшим кремовым отливом. Обладает очень приятным ароматом. Но пока не знаю, как он работает. Буду тоже смотреть, тестировать, проверять, смотреть, что я получу в итоге после использования. Флакончик, кстати, пластиковый. И второй продукт, который находился в этой посылке, вернее, в этих коробках, это увлажняющий кондиционер для волос с органовым маслом. Объемчик также 500 мл. Он что делает? Обладает увлажняющим, восстанавливающим действием, предотвращает ломкость, хрупкость и утончение волос, витамин Е и комплекс масел органа, макадами, питает и восстанавливает волосы от корней до кончиков. Вот так все это выглядит. Тоже натуральный состав. Тоже не тестируется на животных. И после вскрытия 6 месяцев. Ну, шампуни, бальзамы, кондиционер вообще у меня быстро расходуются. Я ими пользуюсь регулярно. Голову мою часто. Поэтому я уверена, что он мне не успеет испортиться. И бальзам уже в данном случае, посмотрите, какой густой. Очень густой. Достаю я вот эту вот палку. А бальзам остается там. Очень приятно пахнет. Но ароматы немножечко, мне кажется, отличаются. Протестировала я два этих продукта. Буду говорить за них обоих сразу свое мнение, потому что я их использовала вместе. И, как мне кажется, они так работают намного лучше. Шампунь замечательно очищает кожу головы. До скрипа также отлично очищает волосы, но не пересушивает их. Для использования нужно буквально небольшое количество, так как шампунь отлично пенится и мылится. И не нужно брать много. То, что приводит меня к выводу, данный шампунь очень экономный, так как нужно буквально немного для одного применения. Также данный шампунь не утяжеляет волосы. А кондиционер мне понравился тем, что он отлично увлажняет, питает волосы после применения, становятся мягкими, гладкими, рассыпчатыми в руках. Я его наносила на 2/3 длины волос, не наносила на корни, потому что я боялась, что он будет немножко утяжелять или как-то жирнить кожу головы. Так я поступаю со всеми бальзамами, не только этот кондиционер. Я кондиционеры наношу на 2/3 волос, потому что для моих волос это лучше всего. В общем и целом, оба продукта мне очень понравились. Волосы после применения стали очень мягкими, гладкими, напитанными.
пропитанными от корней до самых кончиков, можно сказать, стали замечательными. Корни стали объемными, не прилизанные, так как шампунь все-таки не утяжеляет, а кончики стали напитанными, так как кондиционер отлично увлажняет. А на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если остались какие-либо вопросы, советы, комментарии, пишите, с удовольствием почитаю, пообщаюсь с вами. Также напоминаю, что ссылочки на все свои товары я оставлю в описании под видео, поэтому если вам что-то понравится или заинтересует, то проходите, смотрите более подробно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, что досмотрели до конца. Всех целую. Пока-пока!